Ой. Всякие ролики. Инстаграм это, по-моему, был. Слезы. Ну, что-то. Там еще информация была, что теперь дети тяжело болеют короной. Вот. Такая, знаете, слезы пустила, и тут звонит там девушка, чтобы я выходила, спускалась. Давай быстрее потирать, у меня тушь потекла. Давайте покажу вам. Положила, видите, пробник Divine Exclusive. Вот такой будет аромат. Я обожаю все духи, неважно, нравится мне, даже не нравится. Ну, желательно, чтобы это была парфюмерная вода, чтобы она была стойкая. А так не без, ну, как бы все равно. Я всякие люблю. Ну, конечно, журнал. Захар очень любит тоже журналы листать. Вкусный, да. Вкусный аромат. Ну, чем-то похож. Есть такой тоже аромат. Там тоже так красная бутылочка, флакончик. Он идет с красным перцем. Вот немножко похож. Так, а вот сама маска. Такая вот. Pure Skin. Маска с черным углем. Нанести на сухую чистую кожу на 20 минут. Снизу вверх. Ну, это вот это. Я решила попробовать от фирмы Oriflame. Не запечатано. Это я не люблю. Должно быть запечатано. Ну, вот так вот. Такой вот. Снимаешь? Да. Удочку брось. Не, не, она у меня так лежит. Ага. Ну, не сказать, что... ну, небольшой, но тот был хорош. Тот был больше, конечно. Да не, такой же и был. Может, чуть больше. У Кирилла где-то на 2,5, наверное. Тоже ребята москвичи были, на 3200 поймали. Тоже Жериха? Угу. Ну там, где мы окуней ловили. Но мы еще на Рашуне туда поедем. Неугомонный такой. Сил до хера. Да, но место здесь вообще как будто как вот этот, как из сказки. Ой-ой-ой. Антох, потом может быть в YouTube выкинуть и будет 1 000 000 просмотров. А вон еще братишки плещутся. Угу. Вот тебе Жерех, он так просто не хочет сдаваться. Ну а ты его хотел, блядь, за 3 секунды взять контакт. Ой-ой-ой. Вот это уровень. Решила за Захаром в обед прийти. Чтобы уже вечером не выходить. Это мы утром уж поругались с ним. Он упал, я накричала на него. Ой. Давай.
Ну что, товарищи, на улице ночь, 3 часа. Муж приехал с рыбалки, с Астрахани, с Волги. Он, они выгружаются. Он пока в машину, видно, рыбу положит. Я, блин, спать хочу, не могу. До этого он вообще мне писал, что в 5 приедет утра. Слава богу, на 2 часа раньше. Потому что я не знаю, как лучше. Либо я бы спала до 5 хотя бы уснула бы, да. Либо вот сейчас он придет и тоже уже, может, ляжем. Ой, Захар, в садике я так не встану такими путями. Сейчас пока он еще бубнеть тут будет. Принес вещи. Пакеты. Папа приехал, да, Захар? Ой, Брюс. Вот, а Захар этот. И теперь он везет, рыба-то уже тает. Вез теперь к маме. Ай, жесть. Я же все это время не сплю, потому как дверь открыта, закрыта, надо же знать. Маника. Объясните,